О, я проснулся. Надо сходить к тучке. Ворон, у меня тормозит. Лап. Надо сходить к тучке. И сказать ему, чтобы мы сходили, покатались на этих американских горках. Капец, он далеко живет. Да. Ла-л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 а. Какие-то ламы. Ну пофиг. Ла-ла-ла. Катаемся на американских горках. Приходим за пустым горячим молотком. Это эх, хорошее небо у нас сегодня, даже облака. Ладно. Рада, Мариан! Здорово, здорово, пошли покатаемся на американских горках. Пошли, думаю, сегодня нормально будет. Не как в прошлый раз, да? Пошли, но пошли. Я не такой обычный, я только проснулся. Пофиг, давай это, покатаемся на американских горках. Сейчас нужно сходить на американские горки. Если там нет наличия вагонеток, мы сходим в мой, ко мне домой, и там есть вагонетки. Хорошо. Это какой-то какой-то торговец, ну пофиг. А? Что он продает? Подожди. О, давай, бей его, бей. Ладно, пошли. Да пошли. И у нас здесь, в этом домике, где типа, у нас есть, наверное, если нет в наличии вагонеток, то очень плохо. Нет наличия. Ее, вагонетки, да? Есть. Держи вагонетку. Окей. Только давай по очереди. Ты одну, и я одну. Окей? Давай, я вот я сажусь, и ты садись. Давай. Раз, два, три. Отдай мне вагонетку. Зачем? Да. Молодец, гений. Я дебил. А я тебе одну вагонетку. Мы тоже возвращаем вагонетку. Они не бесконечны. Все, пошли ты где? Пошли это! Ну, за американские гонки, там еще была комната страха. Где она? Ну... Ее нету, мы ее разобрали, хотим переделать и сделать ее еще страшнее. Ладно, пошли пока к домику Вани и посмотрим там у него горячее молоко. Хорошо.
Попьем молоко. А он сейчас дома? Не, он ушел в путешествие. Понял. Он пошел, он далеко убежал, ушел и пошел там копать. Находить всякие ценные вещи. Понятно. Сначала по дороге заскочим к лисичке. Окей. Вот лис, дома. Она что-то приготовила? Не знаю, ну может какой-нибудь пирог приготовила, надо посмотреть. Окей, вот. Это твой домик? Так, вот домик лисички. Тут ничего, смотри, у нее есть тортики. Вау! Тортик! 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 Кушать куда? Тортик! Так, что у нее здесь? Здесь ничего. Вау! Давай, бери, ешь вот тортик. Я лучше вот этот возьму. Давай сядем за стол, чтобы их поесть. Давай ешь. Все. Съели торты. Нам чем-то нужно запить. Пошли к Ване, к Вале за горячим молоком. Пошли. А где Валя? Я знаю, где он живет. Пошли. Так, ладно. Побежали, ла-ла-ла-ла-ла-на-на. Нам нужно сначала до моего дома добежать. Пошли. На-на-на-на. Так, пошли. Эти мастерца, на-на-на. Давай, побежали, пока давали. Валя где-то вон там живет. Вон он. Вон он, этот, ваш музей. Да, это музей. Ходи. Вау! Смотри, какие у него котлы всякие, железненькие. Ладно, смотри, вот он, ваш место. Вот, смотри, вот горячее молоко. Вот оно, горячее молоко. Что? Вот оно. Где? Давай пить. О, горячее молоко. Ты куда? Окей. А я пока пошел к себе домой чинить напоминалку. Может, я сделаю машину времени. Так, машину времени, пойду делать машину времени. Машина времени.
быстрее машину времени. Опа. Так, что ж мне надо? Так, ну у меня тут все блоки, которые можно сделать в машину времени. Так, сначала будем делать вот здесь машину времени. Так, теперь так. Так. Вот так. Потом так. Теперь вот сюда нужно вставить вагонетку. Сюда вот эту штуку, чтобы вот так сидеть. Куда ты съезжаешь? Так, а вот сюда. Теперь вот сюда. Вот сюда. Так, продолжаем. Теперь вот так. И вот так. Теперь также здесь вот так вот. Так. И теперь нам нужно сделать вот так капсулу. Капсулу. Ну и вроде все. Вроде и все. Надо бегать к тучке. Уже ночь. Тучка! Тучка! Надо. Он вроде там катается. Пойду зайду к тучке. Хотя, конечно, катается. Тучка, где он, тучка, где тучка? Наверное, как всегда у себя дома. Как всегда у себя дома, да? Нет, вот здесь нету на американских горках. Тогда он у себя дома сидит. Иду к себе, ему домой. Так, быстрее бежим. Вот он, уж не дома же. Так, вот делает, светится у него дверки. Тучка опять спит. Там же написано, не будить даль. Следующая эпизода. Где написано? Пошли, я тебе покажу нашу машину времени. Ну, уже поздно. Пошли, покажу тебе машину времени. Ой, блин, как-то темновато уже, страшно. Пошли. Давай, пошли. Ты вообще зимний медведь, ты не должен спать. Я зимний медведь, я и должен. Давай, пошли. Да пошли, сначала покажу, а потом спи, как хочешь. Стой, подожди, темно же, темно, смотри, надо факел взять, чтобы светло было. Я тоже хочу спать. Ну надо нам, я хочу тебе показать свою машину времени, которую я делал почти что весь день. Подожди, без меня в дом не заходи, без меня в дом не заходи. А потом делай, что хочешь. Да подожди, не заходи без меня домой, ты куда? Это мой дом. Это мой. У лисички другой вообще дом, она вон там.
Давай, раз, два, три. Та-дам! Вот машина времени. Вот машина времени. Куда? Подожди, нам ты не сюда сел. Вот сюда. Запускаю. Пим-пим-пим-пим-пим. Тебя просто током бьет. Подожди, выключи, тебя сейчас током убьет. Все задымилось от этого, от этой штуки. Давай, главное не взорвалась, главное не взорвалась. Ты где? Кажется, машина времени взорвалась. Мои косточки тоже. Блин. Как не повезло. Как же повезло мне, да. Я спать. Это будет весело. А произошло как всегда. У меня дом, полдома взорвалось. Что такое? Ты куда побежал, твой дом в другой стороне? Я спать, мне хочешь. Ой, спи где хочешь, а мне где спать? Там на крыше вроде диван сохранился, надо посмотреть. Ну ладно, буду посплю здесь, Денёч. Ну пол, короче, ну могу пока временно тут жить. Пока буду свой дом восстанавливать. А, ну, не знаю, что мне делать. Ладно, лягу, посплю. Ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.